Друзья, видеообзор помещения, которое находится у нас на Розе Люксембург. Как видите, вот такое большое красивое здание Сарма. Ну, давайте сначала по транспортной загруженности расскажу. Здесь, получается, у нас достаточно оживленная вот эта магистраль, Роза Люксембург. Здесь много общественного транспорта, много, ну, в принципе, людей, да, ездят туда-сюда на личном автотранспорте. Поэтому автомобильный трафик, да, достаточно серьезный в течение дня здесь проходит. Далее, из плюсов, здесь, получается, у нас парковка. Обратите внимание, достаточно большая, что тоже, в принципе, для торгового центра немаловажно. И плюс для арендаторов, что здесь на территории есть охранник, видео наблюдение, соответственно, вот это все здесь у нас закрывается, и все, и спокойно, здесь ночью как бы никого здесь нет. Ну, давайте сходим с вами вовнутрь, сейчас все подробно покажу. Мы с вами вовнутрь, вот сейчас у нас здесь текущий арендатор, вот обратите внимание, здесь высокие потолки, ну, минимум 3,5, я думаю, что даже 4 метра, в принципе, помещение у нас свободной планировки. Площадь у нас вы увидите в описании по входам. То есть у нас один вход с этой стороны и второй вход у нас вот с этой стороны. То есть это как бы используется как погрузочная зона. Есть также мокрые точки. Ну и, соответственно, как видите, смонтирована здесь система вентиляции. Она, вот она, приточная вентиляция. Ну и, соответственно, все видеонаблюдение, пожарная сигнализация, акустическая система. Все здесь есть. Есть возможность, кстати, увеличить площадь на площадь второго этажа еще на 350 квадратных метров. То есть поднялись мы с вами на второй этаж. У нас здесь два входа, возможно, один через первый этаж, да, через вот магазин. И второй вариант – это через общую лестницу, которая находится здесь прямо с торца. Ну, обратите внимание, помещение правильной прямоугольной формы, большое количество окон, что немаловажно. Также на этаже имеются свои туалеты. И немаловажным плюсом является то, что здесь достаточно удобная погрузочно-разгрузочная зона. Помещение очень классно подойдет, ну, наверное, в первую очередь для шоурума, для производства кухни, ну, в смысле для шоурума, каких-то вот таких историй. То есть мебельные направленности, возможно, и так далее. Обратите внимание, также смонтирована приточная вентиляция, ну и, соответственно, кондиционирование тоже местное имеется. Собственно, будем... Обратите, кстати, еще внимание, какая высота потолков просто потрясающая. Будем рады вам показать это помещение вживую. Надеемся, что именно вы станете нашим арендатором. Спасибо.